Всем привет и добро пожаловать на канал Bibi Taki Dolls. Сегодня у меня распаковка посылки с куклами из США. Коробка выглядит очень внушительно, но на самом деле в ней не так много всего. И как обычно, посылку я разделила со своим мужем, который тоже является коллекционером. И здесь одна часть его, другая моя. Вообще в этот раз коробка выглядит такой целенькой и опрятной, что у меня закрадываются сомнения по поводу первой посылки. Такое ощущение, что где-то на таможне мою первую посылку уже открывали. Я совершенно не умею открывать коробки. Здесь очень много пупырки. Здесь на самом деле находятся две коробки. И первая коробка не моя. Здесь находятся фигурки из разных фильмов. И если вам интересна тема фигурок по фильмам, то я оставлю внизу в описании ссылку на Инстаграм, где мой муж выкладывает фотографии всей своей коллекции. Это оставим ему, я не буду вскрывать, чтобы у него тоже осталось чувство праздника и радости. И вот это огроменная просто коробка. Вот это мое. И это доставка от компании Integrity Toys. И если вы следите за Integrity Toys, то вы уже, наверное, догадываетесь, что у меня здесь лежит из новинок, которые только-только вышли. Нещадно вскрываю почтовую коробку. Здесь вы видите еще две коробки. Это удивительная распаковка. Здесь коробки в коробках. Я, кажется, уже проспойлерила, что это. Так, вы не видели. Коробочка. И еще одна коробочка. Не знаю почему, но почему-то я думала, что обе куклы будут вот в таких коробках, вот такого размера. Хотя я же понимала, какого размера эта кукла и что у нее там входит в состав. Почему-то я не подумала о том, что она будет в большой коробке. Поэтому пока тащила посылку до дома, очень удивлялась, откуда такие размеры. Итак, первая коробочка. Это Поппи Паркер Париж. Лотерейная кукла из travel коллекции. Из этой коллекции я уже приобретала Поппи Паркер Нью-Йорк. И обязательно посмотрите обзор на нее. Очень красивая кукла. А кукла Поппи Паркер Париж была недоступна для свободной продажи, как Нью-Йорк, Токио и Милан. Поппи Паркер Париж необходимо было выигрывать. То есть нужно было быть членом клуба, участвовать в лотерее и выиграть право на покупку этой куклы. Я, к счастью, это право выиграла. Хотя, если учитывать, что тираж этой куклы 1000 штук, я думаю, все желающие ее выиграли. Но неважно. Это лотерейная кукла, она очень красивая, мы ее немножко посмотрим. А вот в этой коробке находится новинка. Это новая линейка Integrity Toys Meteor. И здесь у меня клубная кукла Кики. Я не заказывала из этой линейки тех кукол, которые можно было купить через дилеров. Я заказала только одну, которую можно было получить, только являясь членом клуба Integrity Toys. На самом деле просто так совпало, просто потому что она мне больше всех понравилась. Поэтому первых метеорок люди пощупали уже там в феврале-марте, а Кике пришлось ждать аж до июля. Но вот она теперь у меня. Я хочу начать с Поппи Паркер Париж. Открываю коробку, здесь уже все просто. Очередная коробка в коробке. Идеальный обзор. И достаю все в бумажке. Эту коробку мы с вами уже видели у Поппи Паркер Нью-Йорк. Она точно такая же. Это чемоданчик с ручкой. И давайте открывать. Потрясающе.
потрясающая, вообще просто потрясающая. Посмотрите, какая красота. Ну, и это тоже красота, да. Мне безумно нравится сочетание макияжа, черных волос, красное платье. В этой кукле мне нравится все. Обязательно сниму на нее обзор, мы будем ее рассматривать очень подробно. Пока я ее уберу. И теперь посмотрим на Кики. Бумажки. Ой, как мне это нравится. Я обожаю упаковки от Integrity Toys. Огромная коробка. Очень приятного красного цвета. Я в цвет почти попала. Очень красиво. И вот так это открывается. Раз, два. Механизм открывания очень классный. Я не думала, что они ее сразу оденут, а думала, что шубка будет идти просто отдельно. Но пока это выглядит вот так. Сейчас попробуем прорваться к лицу. По промо-фотографиям у Кики был довольно вызывающий макияж, но вживую он выглядит очень красиво. И сиреневые губы сначала меня немножко смущали. И сейчас вживую я вижу, что я не прогадала. И это действительно очень красиво выглядит. На эту куклу тоже обязательно будет отдельный обзор. У нее новый тип тела. Мы обязательно все посмотрим, сравним с Fashion Royalty, с Poppy Parker, чтобы понять, что же они поменяли. И, конечно, подробно уже рассмотрим ее наряд. Я сейчас не буду вам показывать, что там внутри, но это очень красиво. Большое спасибо, что были в этот момент вместе со мной. Я всегда очень радуюсь новым куклам. Я и старым радуюсь, но новым особенно. Совсем скоро выйдут обзоры на этих кукол. Я буду очень рада вашим лайкам, подпискам и комментариям. И если вы подпишетесь, то точно не пропустите обзор на этих двух замечательных куклах.